Здравствуйте, я представляю вам кровать Моника 1. Это кровать строгая и лаконичная. Изголовье кровати украшено мягкой вставкой. В данном варианте она из эко-кожи, но также она может быть выполнена из ткани. Эта вставка декорирована вертикальной отстрочкой. Вставка на изголовье обрамляется элементами из МДФ, обтянутой пленкой в тон корпуса кровати. Корпус кровати может быть выполнен в трех цветах. Шима H светлый, венги светлый, а также венги темный. Сочетание трех вариантов цвета корпуса, нескольких десятков вариантов цветов и фактур тканей складской программы, нескольких тысяч вариантов заказных тканей позволяет сделать именно ваш экземпляр кровати уникальным. Каркас и изголовье кровати изготовлены из прочного ЛДСП толщиной 32 мм. На углах кровати ножки из МДФ, обтянутого пленкой, тон корпуса. Ножки имеют закругленную форму, это красиво и травмобезопасно. Основание у кровати на металлической раме с накладными ламелями. Такая конструкция оставляет большое количество металла в раме основания. Она максимально прочная, надежная и долговечная. В варианте с подъемным механизмом у кровати две ручки для удобного и безопасного открывания. Кровати Моника выпускаются в ширине спального места 120, 140, 160, как данный экземпляр, или 180 см. Длина спального места может быть 190 или 200 см, как у данного экземпляра. У кровати очень легкий силуэт, так как бельевой ящик сделан в виде короба-невидимки. Что это означает? Его стенки сделаны с отступом от основного каркаса, и поэтому в помещении спальни с высоты человеческого роста стенки бельевого ящика не видны. В варианте с подъемным механизмом кровать оснащается надежными газлифтами от проверенных производителей. Расчетный срок службы не менее 25 лет. В бельевом ящике на дно укладываются панели из ламинированного МДФ толщиной 4 мм. Панели укладываются прямо на пол. Это позволяет получить максимально возможную глубину бельевого ящика и не ограничивает вас по нагрузке. Визуально легкая, лаконичная и современная кровать Моника подойдет большинству интерьеров.